Всем привет, я Евгения. Сегодня у меня будет коротенькое, незапланированное видео. Сегодня я пришла в садик, попросили на окошках нарисовать какие-то рисунки к Новому году, украсить группу в садике. Сам процесс я не буду снимать, потому что такого какого-то дара творческого, художественного у меня нет. Поэтому я буду картинки из интернета найду, присмотрела там несколько, что-то нарисую. Что из этого получится, я сфотографирую, добавлю сюда видео. А еще мы так несколько лет украшаем окошки дома в своей квартире, поэтому вставлю фотографии из тех прежних лет. Вот, все, что из этого получится, я вам позже покажу. Поэтому не обязательно покупать какие-то украшения для окошек. Можно сделать, нарисовать это самим. Обычной краской гуашь и большой кисточкой. Ну, в общем, пока. Что получится, я вам покажу.